Ну вот это портовая территория в Беломорске. Смотрите, вот здесь забор, да, КПП. Забор такой суровый. При выходе на, не знаю, на косу. Но вот забор кончается, у нас Белое море начинается. И здесь вот и все. Друзья, видите, там вдалеке дым идет. Это город Белогорск. Вот это вот Белое море начинается. Ой, Белогорск, Беломорск. Вот вам в Яндекс.Навигаторе вашем любимом, как это выглядит. А мы вот здесь вот на косе находимся. И вам, конечно, интересно, что там на косе. Вон вдалеке, видимо, такой типа поселок. Какая-то улица Портовая. Нам померещило сначала, что там КПП какое-то. Но вы сами видите, какой там КПП. Пойдемте посмотрим, что там. Ну, КПП когда-то здесь действительно было. Видите, вон фонарь какой яркий у нас. Светил в лицо. Так что тем интересней, что там за объект. Ну, видите, какое там кресло было у охранника. Или кто бы там ни был. А здесь что-то уже сразу загадка. Какие-то куриные бега здесь были. Что тут происходило? Что-то зацените, КПП еще как установлено. С тем, что рядом коса небольшая, которая отгораживает как бы от этой косы. Как забор такой морской. Ну вот, первое здание добавляет какой-то особого шарма вот эти ровно высаженные елочки и свежие автомобильные следы, да и человеческие. То есть какая-то движуха там есть. Ах, шикарный пейзаж. Заброшенное какое-то жилье, снежная дорога и Белое море с другой стороны. Тишина и безмятежность. Вдалеке еще лодка какая-то заброшенная. Красота. Ну вот главный объект такой по размерам, который упорно напоминает какие-то склады просто. Вот пандусы. Здесь портовая территория была. Какая-то загрузка, разгрузка, перегрузка. Как-то так. Которая сейчас не востребована. Ну, вот такой шикарный пейзаж. Такая заброшка. Такой тлен на фоне заката. Где-то на севере, да? Ну, должен констатировать, что особо и нечего здесь делать. Разве что свежий воздух. Конечно, благодать, тишина. Ну и столько зданий. Что здесь за хозяйство такое было? Забор какой-то бывший. И тара. Ну вот надпись «Не курить» и баки вот эти. Ну, подсказывает, что что-то связано с топливом. Видимо, может, заправка какая-то судов. Ать запрещено. Ну, можно позвонить по секретному телефону и узнать секрет этого места. Ну вот совсем в конце косы какой-то еще. Что-то было, чего больше нет. Что-то мощное. Ну и вот тайна колеи раскрыта. Человек вот сюда приехал. Что-то, видимо, порыбачил. Еще тут кое-что сделал. По делам, по своим.
Ну а наше дело наслаждаться пейзажем. Пейзажем, ребят, посмотрите, какая красота. Айда купаться. Ну это, конечно, на камеру сколько не показывай, вы, конечно, ничего не почувствуете, а это и воздух такой студеный, чистейший, ветра нет, относительно тепло уже кажется, хотя минус 10. Это вам не питерские морозы и ветрюга. Ну и море, и в Африке море, Белое море вызывает не меньше восторга, чем там Средиземное, например. Тоже такая энергетика особая. Почему? Не зря же морская тема такая культовая. Ну ладно, спасибо. Ну и, конечно, закаты эти неподдельные. Ну, не северное сияние, конечно, но тоже симпатично. Камни красивые, смотрите. Черные, красные, как гранит. И здесь была еще какая-то деревянная постройка, которой больше нет. Кому-то здесь неплохо, может быть, жилось с таким видом. Им не холодно? У них же там дичайшее это оперение какое-то, там какие-то выделяются, жир там какой-то. Так что им не холодно, видимо. Здоровые такие утки. Где их банда? Туса уток. Одному не имется, он все хочет купаться.